Плюшки? Вы плюшки хотите? О, Паша тех, я думал, в этой, как называется. Ну, как он называется, сука? Куда, откуда они возвращаются? Да, ну ты ебанулся, он только-только из рехаба вышел. Ты спишь. А, да, рехаб. Что ж такое? Так да, освежиться? Нет, нельзя тебе. Перед интервьюшкой. Я чуть-чуть. Конечно. Заебал. Нет, пацаны, все, так не катит мне без пива. Нельзя. Глоточек только, даже? Только, вообще ни одного глоточка, только из рехаба. Сука, дай попить. Пиздец. Да. Сорянович. Бля, ну тут пиздец. Ну это душнилка какая-то, я не считаю. Вот этот режиссер, он душнила, его надо выгнать. Как есть. Ну, похуй. Да не похуй, ничего. Душнило режиссер, душнило. Дал бы выпить, нормально было бы. Наконец-то на канале Плюшки тот, кто подходит к названию как никогда. Мы нашли легенду. Наркоман Павлик сегодня у нас в гостях. Супер. Паш, привет. Паша техник. Я, кстати, когда первый раз увидел наркомана Павлика, охуел, потому что я был уверен, что это какой-то, ну, знаете, забавный школьник. А это, ну, прям взрослый 35-летний лоб был. Я когда увидел, я думаю, стоп, что, сука, ты наркоман Павлик? Схуяли! Ты не похож на наркомана Павлика. А Паша техник? Да. Просто у вас никто... Вот Денчик больше похож на наркомана Павлика, чем наркомана Павлик, чем наркоман Павлик. Кто не видел, как вы выглядите? Ну, наркомана Павлика никто не видел. Не видел. Его что видно. Такое? Его наркоман Павлик? Ну, где блядь? Ну, это Валера настало в твое время. А, нихуя себе. Не видел. Бля, у меня в школе был долбоеб, который просто вылетал такой: Валера, настало твое время. А если не вы? Нет. Конченый, сука, я ненавидел его всегда, он думал, что это смешно. А скажите, Валера настало твое время. Валера настало твое время. Да это вы, блин, нахуй. Да? Ну. Не видел. Вы раньше выступали в «Маске обезьяны». Да. Почему сегодня решили тоже прийти в ней? Почему? Нет? Нет. А, вы... Ну ты заебал. А я просто... Ну ты заебал, бля. Ты же отсвечиваешь, что ли? Я просто не вижу. Или вы без маски? Без. А, все, ок. Вы Бэнкси? А что такое Бэнкси? Ну, это который рисует. Нет. Нет, не вы? Нет. В смысле рисует? Что такое Бэнкси? Я пойду прогуглю. Почему написали Бэнкси Украина? Что это значит? Псевдоним, аноним... А-а-а, все выкупил. Почему про Украина? Вы поднимались на Эверест? Нет. Почему? Боитесь сорваться? Просто боюсь высоты. Угу. Ну, сорваться, то есть? Нет, просто подняться. Ну, нет ощущения, что можете подняться и... И сорваться? Ну и, да, обкуриться там. Нет. Вы бывали трезвы? Тупейшая идея. Да. Как с этим боролись? Ну, это на самом деле сложно для меня, но приходилось. Но приходилось быть трезвым в свое время. Но бывают разные виды боли у меня. Трезвы, когда бы осознанно, и когда меня, типа, вот как вот сейчас вот отбирали пиво, да? Ну да, это некрасиво. Это вот так... Блядь, это некрасиво. Какая трезвость через обиду происходит. Ну, типа, я зол, да, типа, думаю, ты охуел, что ли? Конечно. Я был в стрим как-то, у меня был в коме в прошлом году, вышел с комы, и меня зовут на стрим, в Москва-Сити, приезжаем на стрим, а там стрим такой... Москва-Сити? Сука, мы устроим, что ли? Ну, приходят деньги, типа там, выбить там, и менеджер был. Ну, и мне там приходит донат, надо что-то было с Red Bull'ом, типа, выпить водку, по-моему. Ну, водку с Red Bull. Да, много, большой такой коктейль. Мне Бля, водка с Red Bull'ом, это вообще нормально идти? Сука, я говорю, я от водки отказался, знаете, когда, ребята? Мне, знаете, кажется, много кто отказался именно после этого. Ситуация такая, я, когда только начинал, получается, пить, ну, по мне видно, что я вообще конченый алкоголик. Не, ну, блядь, ну, в смысле начинал пить, как-то по-уебански звучит, начинал пить. Когда вот первый раз попробовал алкоголь, ну, нормальный, крепкий, это была, естественно, водка. То есть не виски, не коньяк, именно водка. Не знаю, что я алкаш какой-то, я не пью, если вы думаете, что каждый день. Нет, ни в коем случае. Так вот, и я пил водку и запивал всегда апельсиновым соком. И вот, оказывается, что если ты блюешь вот эту смесью на протяжении 3-4 пьянок, ты как-то вот раз, ну, желание пить водку просто исчезает. Вот после этого я не то что водку не люблю пить, я даже от апельсинового сока отказываюсь часто. Наливают,
Я беру, ну, типа, деньги же, да? Ну, да. Беру, и вот он начинает орать, блядь. Типа, блядь, вы охуели? Я начинаю, говорю, слушай... В смысле алкаш? Мне, блядь, было 18 лет, даже 19. Это, ну, это было давно, это было почти что, получается, 10 лет. Ну, не 10, окей, ну, нет, подожди, 10 лет назад практически. Тормозит, ра-та-та. С 18 алкаш. Господи, хотите сказать, что вы ни разу не пили в своей жизни? Да мне в 3 годика, я помню, папа сидел вот на крыльце вот деревни в Аладино. Мы сидим, я смотрю, он бухает со своим дядей. Я подхожу к нему, говорю, папа, папа, прикольно, ты пьешь пиво, как настоящий мужик, клёвый, крутой. А вот я, когда вырасту, тоже буду пить пиво. А он смотрит на меня такой, да, бля, сынок, нормально, попробуй сейчас. И что скажу я вам? Говно ебаное. С того момента я пиво больше не пил. Поэтому мне кажется, если в детстве давать хоть немного алкоголя детям, возможно, это не по медицинским правилам, но у меня, допустим, из-за этого образовалось полное отторжение к пиву. Почему мои родители не додумались дать мне водки нахуй в 2 года или в 1 нахуй? Чтоб я, знаете, просто вот выпрыгивал из этих яслей чисто в бухом состоянии, я не знаю. Я бы тогда бы, вот честно, я бы не видел ни водку, ни коньяк. Значит, надо было мне кокаин нахуй переебашить, сука, чтобы я вот вместо, короче, вот этого подгузников, мне просто вот вместо прицепки кокаина нахуй туда, чтобы у меня вообще от наркотиков было отвращение полное. Я не знаю, почему мои родители про это не подумали. Ой, осуждаю, кстати, употребление. Если что, я просто разгоняю хуйню. Если вдруг кто-то, ну, сейчас и думает, бля, Максим, ебать, ты хуйню несешь. Ты конченый нахуй, я разгоняю хуйню специально. Естественно, я не хочу, чтобы детям давали водяру. Я просто разгоняю хуйню, долбоеб. Ну, он токсичный. Короче... А? Токсичный он, да? Да, да, да. И он, знаешь, что говорит? Да пизду, еб, ты уезжает. Так а что такое? Ну ты же вышел из комы уже. Ну я ему говорю, да ничего не будет. Он говорит, бля, ну тебе же сказали. Ты... Ну, ну блин, это вот знаешь, когда вот как это вот, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Это все ну, время. То есть... Ты вышел, ты без, не, ты же в коме не пил? Нет. Ну? Да я не хотел пить. Так, конечно. Там? Там особо... Я даже, честно говоря, у меня мысли не было, типа, я выйду, я не буду пить там. Это. Я... Да мне... я вообще только осознал через год, наверное. А что в коме делал? Лежал. Лежал? Находился. 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 Да. Попал в нее через сон причем. Лег, заснул, а проснулся уже в этом таком состоянии, короче. Вот. А сколько было в коме? 11 часов. 11 часов. Так, может, ты спал? У вас есть медаль за взятие рехаба? Блять, что? Какая в жопу медаль? Ты че? Не покорился? Грамота есть. Грамота? Да. Там реально дают грамоты? Я только, я хочу... Реально? Мне грамот, знаете, сколько не давали времени? Со школы, наверное. У меня столько грамот есть. У меня даже папочка где-то есть. Я, правда, не... А, я же вам показывал эту папочку. Хотите потом, после этого ролика, покажу вам еще раз эту папочку? Для тех, кто не видел, какие у меня крутые грамоты есть. Да. А что, за участие за в полное прохождение курса. 7-месячного. 3 шага. Ничего себе. 7 месяцев вы в рехабе были? В реп-центре. А, в реп-центре. Это где реп читают? Нет, это где борются за зависимость, выздоравливают люди. Борются за независимость. А, это не реп-центр, типа? Нет. Ну, центр — это реп-центр? Сука. Группа «Центр»? Да. Да, это рэп. Центр — это Гуф, Птах и Слим. Я посвящаю строки. Этому городу. И... Это баста. Паш, сейчас детская загадка такая будет из школьной программы. Ой, а мне тоже А и Б сидели на трубе. А вот вы на чем в школе сидели? На стуле. Я понял. Сначала не понял, а потом понял. На клее. Чё, реально? Сука, никогда не понимал наркоманов. Ну, в смысле, нахуя вы наркоманите, если можно не наркоманить? Это же тупо. Ну, то есть, ты тратишь деньги на наркотики, на клей, на что-то еще более жесткое, а можешь тратить на несвики, на БПшки, я не знаю. БПшки же вкуснее, чем клей. Это очевидно каждому. Если вы, ну, наркоманы, послушайте, попробуйте пересесть на БПшки. Ну, это, конечно, в другой плане наркомания, типа, вашему желудку никто не скажет спасибо, но... Он никогда не скажет вам спасибо, но это лучше, чем клей. Поэтому просто попробуйте БПшки, наркоманы. Это одноклассники прикалывались или... Это я. Чтобы прилипли. Никогда не понимал алкоголиков. Можно же тратить деньги не на алкоголь. Ну да. Так я и не трачу. Я пью за счет других. Я же не долбоеб нахуй покупать алкоголь. Нет. А вы не... А сидел именно жопой? Ну именно... На лавочке. Чем... А, на лавочке. А про клей вы про что? Нет, это... А, это я да. Это перепутал. Перепутали лавочку и клей, да. Я понял. Бывает.
Кстати, конкурс. Уважаемые подписчики, если это видео наберет 500 тысяч лайков, Паша год не будет пить. Согласен? Не пить. Не что? Пить алкоголь. Да. Год. Да я вообще как бы принял решение не пить алкоголь вообще. Все. Год минимум не пьет. А если сорвется, то мы с ним едем в тату-салон и набиваем его лого плюшки. Да, на шею. Стоп, он же сорвался. Вроде была инфа, что он где-то месяц назад или полмесяца назад сорвался. То есть это же записано не вчера. Вероятнее всего, месяц назад или что-то вроде этого. То есть, скорее всего, у него точно будет татушка плюшки. А что за лого? Можешь посмотреть? А я не знаю. Пизду. Ну, потом. Она нормальная. Нормально? Да. Все. С Пашком забились. Можно, кстати, не шею, какую часть тела. Да не вопрос. Вообще. Не вопрос. Все, год. Бля, я просто, знаешь, сейчас подумал, блин, да. Может, я погорячился, конечно. Но будет мотивация. Ну, по-моему, да. Не о том, что сорвался, о том, что его украли. А после этого был какой-то пост от его жены, что сорвался. Или это было до... Слушай, я немножко хронологию, конечно, позабыл. А будет мотивация год не пить или татушка прикольная да, будет? Да, да. Просто у меня такая хуйня, я сейчас думаю, да я если что, наебать, может быть. Ну, я люблю обманывать, да? Ну, типа, да? Вот, блин. Ну, а потом думаю, бля, если даже обману, ведь спалится быстро. Конечно. Поэтому у меня проблема большая. Я как бы, если я срываюсь, это уже через несколько часов в кружки вот эти в интернете, mm-hmm. меня вот это начинается. Начинает задавать немного. Не, я сам себя начинаю. А, я, типа, да? Ну, я типа сижу, мне кажется, что я записываю кому-то там в личку, а этого я уже в группе выложил, и там этот какой-то хуесос сидит и это записывает, и в YouTube это еще закидывает. Ё-моё. А потом выходят ролики, блядь, он снова сорвался. Рассуждают там по 300 тысяч просмотров, как они сидят и рассуждают, блядь. Сорвался, да, не сорвался. Блядь, надо что-то, ему психолог нужен. Угу. Психолог нужен. Да. Не, ну вот про плюшки прикольно. Все. Татуха плюшки, если срываешься, если не срываешься, респект. И после года уже. Так прошлое же, по сути, наркоманов нет. Бля, это такая, конечно, игла на самом деле. Ты просто подсаживаешься на нее и все. В любом случае, ты находишься в зоне риска на протяжении всей своей жизни. Ребята, даже не думайте об употреблении наркотиков. Да, там, если видите, даже алкоголь лучше не пейте, ребята. Поверьте, алкоголь нахуй не нужен. Я, на мой взгляд, так как он не является запрещенным, ну только по возрасту, его, ну, по сути, если есть желание огромное нахуй расслабиться, конечно, можно. Но я бы тоже вам его не советовал. Опять же, если у вас голова не на месте. А голова любого. Ну, короче, спросите друзей, типа, у вас голова на месте, если скажут, что ты заебись, нормально, все, то можете повеселиться. Если, блядь, вы сами чувствуете, что вы ебнутый, нахуй никогда. Короче, первое правило, если вы смотрите аниме, никогда не пейте. Посмотрите на Слейда, блядь, это пиздец. Второе правило, если вы играете в CSGO, никогда не пейте алкоголь, потому что вы будете видеть мир как долбоеб. Посмотрите на Стаса, он нахуй мерит свой уровень алкоголизма в FPS-ах. Он такой, так, ребята, сейчас, блядь, я вроде в 360 FPS вижу. Так, ребята, 60 FPS. Так, ребята, походу, пиздец. Видеокарта. Карта перегрелась, майнеры, сука, 15. Поэтому, если вы смотрите аниме, играете в КС, никогда даже не задумывайтесь о покупке, приобретении алкогольных напитков. Вам это противопоказано, потому что вы долбоеб, сука. Мне кажется... На меня посмотрите, кстати, я играю в КС и аниме. Нет, если вы смотрите аниме и играете в КС одновременно, пейте. Вам уже ничего не поможет. Просто вообще пить не будешь уже. То есть, короче, с сегодняшнего дня считаем, да? Да. Окей. Все. У нас новая рубрика «Пародируем Ельцина». Попробуйте. А если Дота? Если Дота, подумай о маме. Что она скажет? Понимаешь? Нормально. Теперь я. Понимаешь? А можно сказать, я Паша Техник. Я Паша Техник. Я Паша Техник. Решайте, у кого пародия получше получилась. Вот и посмотрим. Но мне кажется, у вас. Отлично. Вы много зарабатываете? Нормально. Вы упускаете возможность заработать больше денег, если не пользуетесь Яндекс.Директом. Это что, реклама? А что такое Яндекс.Директ? Не совсем реклама. Это такой сервис для ее размещения на Яндексе и сайтах. Это казино. Это казино. Это казино. Это Казик, ребята. Это опять рекламируют Казик они. Партнерах. Рекламу увидят те, кто ищет товары и услуги, как у тебя. Фу, Яндекс Казик. Да нет, ты сейчас прорекламил их, типа? Я не пойму. А, да. Просто реклама нативная. Поэтому вы это и не казик, поняли. Это Казик. Кстати, чуть не забыл. Это Казик. Сейчас Яндекс.Директ дарит бонус на первый это запуск казик. Рекламы. 5000. Это Казик. Это Казик. Яндекс Казик. Да. Пашок — это сокращение от...
А что тебе можно, а ему нет? Ну да, именно мне можно, ему нельзя. А в чем проблема? Я просто не вижу. Он сидит на Ютубе, я стримлю в реальном времени. У меня работа сложнее, как ты понимаешь. Работа, охуеть, сидеть перед камерой и пиздеть языком. Нихуя себе работа, а не хочешь потаскать кирпичи, долбоеб тупорылый? Или там, не знаю, встать около дороги и покидать асфальт, сука, который, сука, 60 градусов тепла в тебя ебашит. А, уебок? Ну вообще, я это делал. А, да, тогда делай еще, сука, не пизди тут перед камерой, душнила ты тупорылая. А я тупорылый? Да, ты тупорылый, ты вообще мудачок ебаный. Сидишь, сука, стримишь ебучий казик свой, вот этот, всякие ВК-видео и другие. У тебя, блядь, 50 баннеров, ты, наверное, сука, эти яйца подмываешь золотой водой, уебок. Да нет, нихуя, блядь, это не пизди ты никому, ты уебан тупорылый, никому не нужный. Ты вообще охуел, сам ты охуел, я твою мать. Что, что мою мать? Ну мою мать, ну что твою мать? Ну все, иди нахуй, уебок. Павел? Это не сокращение, наверное, это как-то, ну, молодое, типа, больше к юности. Больше к юности? Ну, к молодости, типа, пиздюк когда, Пашок. Как, Пашок. А когда уже Паша? После 18. После 18, да. Паша? До, вот, до 18 Пашок. А Павел с каких Павел лет? С 35. С 35. Павел мне не нравится тоже. Не а нравится. Еще когда говорят Павел Николаевич, блядь, вообще бесит. Нахуя ты Лебедева на экран? Да это не я, это ВКшники! Угу. Когда со мной вообще на «вы» разговаривают, мне хуёво. То есть вы не любите? Нет. Бесит, блядь. Mm. У вас родился сын? Да. А, вы в курсе? Да. Mm-hmm. Он давно родился. А, четыре года. Четыре года сыну? Ему. Mm-hmm. Он это... Ребенок? Да. Он мне показывает факт. Надеюсь, ты ему ответил. И хуй. Надеюсь, ты ему не отвечал. Сука. Хуй показывает. Да, сегодня хуй показывает. Пап, смотри. Бля, я охуел. Но я не понимаю, вот реально, вот есть какая-то, вот, может быть, зададим, кстати. Можно задать. Можно задать? В эту камеру вы можете вообще любой вопрос задать. Подскажите, пожалуйста, что делать с ребенком, вот если он хуй показывает. Mm-hmm. И фак. Покажи ему, кем стал батя, я не знаю, ну. Блять, чуваки, я просто очень извиняюсь. Может, и сейчас пижу. Мне просто показывал Crazy Mega Hell фотографию, где он фоткался с Пашей Техником. И там Паша Техник, естественно, показывал член и фак. И просто вот, когда он сказал это, я вспомнил ту фотографию. Поэтому, как бы сказать, ну, яблоня от яблони получается, или как? И как бы это прет. Вот у меня проблема, потому что я начинаю разговаривать, ему вообще похуй. А что вы говорите? Типа, зачем? Я говорю, показать? Не надо, Вань, не надо так делать. Он такой, пердун старый. Ё-моё. Блядь, пиздец я вам. Четыре года? Пердун старый? Сколько ему будет? Что он будет в 7 лет вытворять? Это все вот эти вот реп-центры. Дома не бывал, и пиздец. Так подожди, он же с матерью. То есть мама такая, ты называй своего папу пердун старый, или как? Ну... Четыре года, я в 4 года был такой, знаете, тише воды, ниже травы всегда. Ко мне подходит девочка и говорит, я не могу с вами говорить, потому что мама сказала вообще не общаться, даже были бы приглянули. Короче, я максимально был на терпележниках. Отходит чувак старше меня хотя бы на год, я с ним сразу, да, мой господин, я преклоняюсь перед вашим возрастом, вы великий. Сука, сейчас разница в 40 лет или сколько там Пашу Технику. Пердун старый, блядь, я зацени мой хуй, тварь. Что с поколением? Это ваши тиктокеры с этими... Бентли, все испортили. Да, посоветуйте, вот Паша обратился. А они не посоветуют. В комментариях мы потом лучшие выберем, тебе отправим советы. Тоже, ребят, помогаем Пашку вообще как можем. Ну, реально сложно. Лучший комментарий Паша использует в воспитании сына. Потому что я бить буду скоро. Да вот, бля, побыстрее, пожалуйста, тогда советы, потому что уже скоро рукоприкладство. А, в группе «Контейнер» вы читали со своим соседом по лестничной клетке. Как познакомились? А, зашли за солью? Нет. Покурить? Покурить вышел? Вышел покурить. И он вышел? Он курил. А он уже стоял курил? Да. Это важно. Он уже стоял курил? Да. Мы на этаже на одном. У него была 4-я, у меня 6-я квартира. Угу. А вышел, он курит. Я говорю, ну что, Андрюх, может, покурим? Другое. А он уже другое, курил стоял? Другое. А, другое уже. Он говорит, я не... Типа кэмал? Ну, условно. Он говорит, блин, я не... Условно. Курил, я говорю, ну сейчас покуришь. Покурили, и все, я говорю, пойдем зайдешь, как там, типа, ну, покажу кое-чего. Ну, вот он зашел, как бы, и там... То есть он даже не знал, что ты ему покажешь?
Ну, да, но он как бы знал, что я сосед его, и вот я ему показал, как бы, там, компьютер, короче, музыка, там, текст, и он, нехотя зачитал, и пошло, поехало. То есть сразу прям пошло, он зачитал и поехал? Ну, у него хорошо получилось. Он до этого рэпом не занимался? Ну, говорит, что нет. Да не было ничего, он занимался этим, раскопками. Раскопками? Раскопками? Да. Это ни хрена. Копал, вот, как это называется... Ну, вот эти вот... Я понял. Поисковые вот эта фигня. Ага. Там патроны вот это вот. Я его в рэп подтянул. Подожди, он именно этим зарабатывал, что ли? Я знаю много людей, которые занимаются вот такой комнатный археолог. Короче, комнатный копатель. То есть я думал, что это в основном хобби у людей, а не работа, на которой можно зарабатывать. Блин, вот да, вот копал-копал, а оказывается рэпер неплохой. Да, откопал рэпера хорошего. Но сейчас он гасится от этого, поэтому как бы он этот закопал в итоге. Да, он раскопки опять ушел. Не, он сейчас говорит, что продает автомобильные номера, вот эти отражалки, чтобы камера не считывала. Ну хуйня, он говорит, у меня бизнес, но мне кажется, это полная хуйня. Мне кажется, это шаг вперед после рэпа. Ну, дай бог здоровья ему. Здоровья тебе. Андрей. Цитата Андрей. Из вашей песни «Это жизнь». «Куча пенисов упирается мне в лицо. Я не вижу, где яйца, но лежу мошонку». Его семя как сгущенка. Да похуй. Тут вопросов нет, просто вот тот случай, когда респект за творчество. Да мне стыдно, мне стыдно, честно. Да, мне вообще отец. Нормально? На этом сидят всякие перекинезисы, сука, Мазеловы, что-то там сидят, придумывают. Так надо придумать вот здесь, так метафора, что-то. Тем временем, Паша Техник. Я ебал твою пизду, когда хочу в нее вздрачну. Помню, как твоя мать хуй решила отсосать. Я ебал ее меж ребер и кончал ей между сисек, что она говорила мне. Паша, ты красивый, но ты лишний, потому что афроамериканец... Ладно, там уже не в рифму. Но в тему. Мне нравится, не знаю, мне прям залетело хорошо. Не, ну тогда мне тоже залетело хорошо. Но... У меня последние, наверное, 8 месяцев на репите вот она. Тогда рекомендую «Клитер». Хорошо. Трек «Клитер». А, ладно. Тоже. «Контейнер», «Клитер». «Контейнер», «Клитер». Угу. Понял связь. Он есть в интернете. Обязательно потом поищу «Клитер». Я сейчас альбом пишу. Блин. Дописываю. Круто. Да, все «Клитер»? Слушаем альбом Паши. Я уверен, что это что-то с чем-то. Да, это что-то с чем-то. Ля, кстати, мне кажется, он сможет написать альбом про «Клитер». Причем, я уверен, там будет песен 10. Так называется? Типа, знаете, там, клитор мой друг, клитор мой брат, и все, что вокруг, я могу лизать, клитор мой дом. Ну, еще такие строчки там, не знаю. Ну, блин, кстати, я сейчас думаю над названием. А может, что-то с чем-то? Что-то с чем-то. Ага. Блядь, я обложка просто есть, и там обложка как раз что-то с чем-то. Паш, что-то с чем-то. Что-то с чем-то. 2023. 2023, что-то с чем-то. Бля, охуенно, кстати, спасибо. Да. Реально охуенно. Да, Паша. Вот, вот, блядь, и пиздец пришло. Спасибо. Да не, Паша, тебе спасибо. Не было бы твоего творчества, не было, это бы название потрясающего альбома. Да. Вы классик современной поэзии. Вы взяли что-то от Булгакова, что-то от Есенина. 90% не знают, что такое клитор. Блядь, все знают, что такое клитор. Ребят, вы знаете, что такое клитор? Ну, чисто вот без воебонов. Реально, знаешь, что такое клитор? Видишь, все знают, что такое клитор. Все знают, все пишут «да». Да. Почему взяли только их зависимости? У меня даже есть. Не повезло тебе. Не повезло. Хуй пизже. Почему я взял зависимость? Нет. Не согласен. Не согласен? Нихуя. Ведь клитор, по сути, это микроверсия хуя. А что вот вы от Булгакова взяли больше? Ну, слог, наверное, четкий. Угу. От Пушкина? Есенин. А от Есенина? От Есенина. Есенина я взял лирику. Лирику. Лирика Есенина, слог Булгакова. Да, а Булгаков поет. Поет Паша Техник. Павел Техник. Паша Техник. Паша Техник. В 2008-м вы отправились из Москвы в Карелию по решению... А что я взял у кого, как думаете? Что я взял у кого в плане творчества? Сюда. Зачем так усложнять? Могли бы просто воспользоваться авиас. Ты взял хуй в рот. А кто еще брал хуй в рот? Тейлз. У нас сейчас будет тест, я вам покажу картинку. Гитлер? То есть, хотите сказать, что я в творчестве взял у Гитлера хуй в рот? Вы просто скажите, что на них видите. Хорошо? Угу. Так, первое.
Это виски. Бутылку виски. Это кошка. Чего? Так, и вторая. Водка. Ну, что-то другое, да, уже, наверное? Это я не то вижу, что мне кажется. Не, вы говорите, надо психологический тест, то, что вам кажется. Там водка. Ну, не кажется, а что я вижу. Ну да, что вы видите это именно водка. Это? Водка, бутылка водки, черно-белая, 40 миллилитров, 40 градусов, что-то это там. Вообще очень странно. Вон это та же самая картинка. Это кошка. Кошка? Вот, да, вот, чтобы... Да, блядь, он пиздит, там же водка, мы же все... Это водка! Для зрителей. Ну, хуй знает, почему там кошка. Видимо, у вас, значит, какой-то... Да, вообще, понимаете, что Паш Техник после этого шоу, как раз-таки, наверное, и вышел, так уебнулся, думаешь, блядь, может, мне рехаб нихуя не помог? Может, я уже, ну, под чем-то, просто я этого сам не замечаю. Кос, вот в этом... Там кошка? В смысле? Подожди, там реально кошка? Там водка. Стоп. Бля, ну, я не знаю, если... Вы написали дис на Федункив. Федука. А, кто это? Это Федор. А, Федор, это мужчина. Да, это мужчина. Это он записал трек и стал известный. «Розовое вино» с LGM. Тебе понравился? Ляк, я забыл про существование этого трека. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Иван Золо... Не говори таких слов, блядь. Трек? Да. Нет. Почему? Потому что... Да не, понравился. Понравился? Я тоже... Просто не хочу признавать. Ну да. Спустя это... время... Я тоже подумал, клевый. А ты слышал трек? Ну там что-то розовое вино. На твоих сосках. Не, хороший. Да, я даже помню, как-то... у меня с ним три трека же было до этого. Это я помню. С Федуком? Да. Да. И зашел на бензоколонку, меня там узнали продавщицы, и говорят... Блядь, я жду, когда мы наконец-то с Малышером запишем вместе трек. Я причем уже придумал нам припев, я хочу какую-нибудь, знаете, прям лютую хуйню записать. Прям, ну, то есть, вот придумать самую тупую тему, и под нее придумать максимально, такой красивенький, добренький текст. То есть там, знаете, допустим, про, про геморрой сделать песню, и описать его как бы, как тема расставания. То есть как ты лечишься от геморроя, типа... И там писаешь, что типа она как твоя болезнь, я от тебя лечился. Ну, как красивенько прям сделать все. Передайте Феде привет. Угу. А я не передал. Опа. Жестко. Потому что мне стало. Это помните, я делал демку песни? Блять, надо все-таки когда-нибудь ее закончить. Короче, там была песня про то, как я гуляю с собакой. Ну, то есть, как гуляю с собакой, она все срет вокруг. И песня звучит, как будто это песня о любви, нахуй. Помните, я вам показывал давным-давно? Неприятно на душе. А еще вы написали дис на коронавирус. Да. Тут респект. Спасибо большое. Мы реально, вот он ушел. Даже ВОЗ признали его уже. Да. Но он сейчас какой-то другой лезет. Да? Да. Надо что-нибудь написать, мне кажется. Ну, я думаю, ждет, да, новенький. Конечно. Сделан, да? Вакцины уже не вывозят. Не, это хуйня. Надо же каждый свой отдельный рэп на каждый штамп. Короче, я просто захуесосил коронавирус. Просто его уничтожил. Уничтожил. Дис на коронавирус. Просто при своей толпе. Да, но все равно я болею им. Ты же понимаешь, что он тебя ненавидит? Да, он мой хейтер. Это твой, блин, самый главный, мне кажется, хейтер. Мне кажется, я умру от коронавируса. Мне тоже так кажется. Там же, кстати, обещают новую волну ковида, вроде как. То есть, типа, скоро мы опять все будем болеть ковидом или что? Или там будет другой ковид? Паш, так как у меня рэпер... В гостях, ну, и такой титулованный. Предлагаю, может быть, немножко по фристайлям. Давай. Ну, чуть-чуть так. Да, попробуем. Чтобы, может, я тему закину. Да, ты уже как-то... А музыка будет? Ну, я могу как-то вот так делать. Или не надо лучше? Нет, так не надо. Лучше не надо, да? Ну, давайте тогда просто какой-нибудь там, типа, вода. В рифму, да? Ну, что-нибудь, вода. Не, можно и без рифмы, брат. Можно представить и без рифмы. Просто так говорить слова. Вот я сейчас, по сути, я читаю вам реп. Вы даже этого не замечаете, ведь это мой хлеб. Как вам нахуй? Кстати, интересно, я смогу рифмовать вот до конца этого ролика? Тараторить в режиме кролика. Пробуй. Да похуй. Хуйня, твоя мама. За что на одну секунду, блять? Чтобы ты за это время смог хуй отсосать. Да, блять. И можете вот на нее... В смысле молчи? В смысле молчи? Я рэп читаю, я рэпер. Фристайл. Вода течет пизда. О, да, хорошая.
Ну, четыре раз тише. Вместе давай. Друг за дружкой. Да. Может, скажешь мне «да». Да. Я хочу туда третьим. Мне там нравится. Не то, что с вами, сука. Давай другое. Вот вы со мной не играете в рифмы, потому что вы злые. Листок. Они тебя не возьмут. А я хочу там просто на полу посидеть, под стулом с ними порифмовать. Мне этого достаточно. Листок. Среди... листок. Блядь, я не в ресурсе. Ну давай... Листок, восток. God damn. Нормально? Да, чувак. Не, ну смотри, листок — это такой восток. Хочешь кусок? What's up? Ну просто я... Листок. Ресурс пошел. Листок. Давай. Листок не сдох. Угу. Ну, бля, вообще я в ахуе. Блин, вообще, очень круто. А есть еще какое-нибудь слово? Какое-нибудь слово? Ну, типа, да, вот. Так школа. Школа пролилась на жопу Кока-Кола. Три укола. Все. Блин, я два раза, когда глаза... Я покакал на улице. Все для тебя, мать природа. Открывал, я чувствовал себя в восьмой миле, как будто. В концерте, да? Ну, как будто я вот в восьмой миле в фильме. Вода, листок и Кока-Кола. Это вам не школа. Бля, не хуёво. Это не хуёво. Это не хуёво, но, блядь... Минимум. Бля, ну на самом деле, знаешь, что я тебе скажу? Не всегда так получается. Не всегда, блядь. Я покакал на улице, а не дома. Вот, чат, вы начинаете соображать. Это рэп-часть, вы выучили мат-часть. Ебать, я рэпер! Мне нужно стать лысым, сделать татуировку 17.0... Сколько там, я забыл, 0.5 на шее и идти хуярить версусы. Да не, не всегда такое представляю, такие рифмы, не такие слова. Фристайл — это заебись, как бы, но я не люблю фристайла. Ну, то есть это больше такое, да? Ну, как элемент, то есть как скилл, это круто. Рифмовать на одни и те слова кринж. А ты хочешь, чтобы я через строчку рифмовал? Легко. Смотрите, у меня в чате есть душнило. Кто-то решит, что он ебаный дрочило, но на самом деле у него вчера умерла мать. Я должен был рифмовать через строчку, но твоя мать не должна была в гроб себя класть. На нахуй, ёбок! Ну что, да, если... ну блин, когда просто камер меньше, я стесняюсь. А, то есть еще могло лучше быть? Конечно, а куда, не, а что? Не, это нормально, прикольно, тебе? Мне понравилось, что ты еще и все... В смысле ужасно, я охуенно зарифмовал, это охуенные строчки. Ты звучишь как Артем Граф, потому что я не стараюсь. Потом вместе, типа школа, кока-кола, да. Школа, кока-кола и восток. И восток. Ой, листок, восток, кусок. Просто, песок, man. Песок, носок. Вот так. Галстук, блядь, колосок, ок, пис... А, это он говорил. Васёк. Сосок, голосок, да. Все, ебать, приходи ко мне на концерт. Там вообще пиздец, блядь, что происходит, честно, да. Блин, я даже не представляю. Сейчас вот в этом месяце, в следующем, каждый месяц выступаю в Москве и во всех городах. Блин, залечу. А вот был Смоленский, когда вот в интернете есть, не понравилось, перформанс мой не понравился. А что за перформанс? Хуй показывался. Ёпта, никому не зашло, что ли? Блядь, жаловались, типа. Да хотя это, ну, там... Они старые уже все. Да, там и был кто-то старый. Там все старые, да, стоят. Ну, давно был, но, блин, мне кажется, это было прикольно. Я тоже думаю, было весело посмотреть на хуй Паша техника. Я бы туда даже приехал бы ради этого. Следующий вопрос. Рэп кал? Нет. Ты тупая чмоня, дисишь чат. Мы решили все на тебя накончать. Еще раз откроешь рот, выдерну тебе его наоборот. Раунд. То есть вот это вы считаете пиздата, блядь, да? А то, что я зачитал, хуйня. В смысле вы пишете, что это охуенно? То же самое, что я вам читал. Вы вообще уроды или что? Нет, я сейчас конкретно про ваш. Нет. 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 То есть нормальный. Ну, мой, да. Все. А вот другой кал. Полностью остальной, ну, весь. Не, ну есть и какие-то там, но большинство полная хуйня. Мой чат нихуя не понимает в рэпе. Я качал им в суп во время их обеда. Они плакали, говорили: Максим, перестань. Но я постоянно давал им свой на свай прям в суп, блядь. Они говорили: Максончик, ты очень крутой, но закрой ебало, ты очень душно тут. Но я подходил к ним и говорил. Я не придумал рифму. Я пошел домой.
Ну я, блядь, обосрался, иди нахуй! Не, честно. Ну, то есть Тупак может, да, потягаться? Я не слушаю Тупака. Тупак — это старый рэп. Не, ну Тупак... Ну я рифму забыл! Как это классика? Есть же классика, а есть такие, как это... Однодневки. Ну, одна... Видите, блядь, как его... Одногод. Тебя даже на самый хуёвый рэп-баттл не возьму, тренируюсь. То есть меня не возьмут на Версус никогда? Я не знаю. Ну, то есть такая вот... Блядь! Ваши ровесники. Не, моих... Блядь, я уже старенький. Мои ровесники уже умерли, наверное. Ну, и мало кто остался. Кажется, да, странно, что да. Но у нас осталось мало. Там Лёха Гуф. Ага. Баст. И я. Ну, по сути, вот эта тройка, да, всегда есть. Троечка. Трио. Да. Следующий вопрос такой. А какой у вас любимый вкус... освежителя для туалета? Какой-то бриз. Морской, бля, не, может. Я не знаю, какой-то... Вот сегодня, кстати, был какой-то, я не помню. Mm-hmm. Но какой-то неприятный. Не, а вот самый приятный. Какой вот мне нравится? Запомнился, да. Альпийская свежесть, что ли, что-то такое. Mm-hmm. Я просто помню такой момент, что кто-то пшикался как духами. Mm-hmm. Типа, о, блядь. На дискотеку? Не, в тюрьме. А. Ну, в лагерь, я имею в виду. Ну, я понимаю. Угу. Давайте смоделируем ситуацию. Вы перед сном читаете книгу и захотели спать. Что будете делать, чтобы не забыть, на какой странице закончили? Сделаю закладку. Ну. Ну. Ну да. Ну или, ладно, лист так. Не-не, ну, закладка лучше. Зачем портить лист? Ну, я люблю... Сейчас я, кстати, вот сейчас делаю именно, беру, так загибаю верхний уголочек, так, чтобы не делать закладку. Uh-huh. А как... раньше бы сделал закладку. А какую вы книжку читаете сейчас? Сейчас? Uh-huh. Никакую. Uh-huh. А вы какую книжку читаете, чат? Или вы не читаете вообще? Вам никогда не предлагали озвучивать «Навигатор»? Mm-hmm. Ну, официально нет. Нет? Мне кажется, у вас круто получилось бы. Давайте попробуем, типа, вот эти... Божественная комедия. Блять, ее в школе проходят. Ты же про Данте Алигьери? Его в школе проходят. То есть ты просто, блять, читаешь божественную комедию, потому что тебе задали в школе по литературе. Ебать, тогда окей. Тогда я, получается, тоже постоянно в чтении, потому что я чат читаю. Эти вот пять фраз, а мы потом аудио отправим туда. Я только недавно, кстати, разговаривал про вот это, что очень хотел бы это сделать. А как мы, вот так? А вот? Мы как его, это, блядь? А мы воплощаем мечты, Паш. Только вот только-только. Только-только. Мы... Бля, я на самом деле вам так завидую, потому что у вас сейчас половина всего, что вы читаете, есть краткие содержания. То есть ты можешь просто зайти, почитать краткое содержание, посмотреть фильм и мозги себе не ебать. Потому что я помню, когда «Войну и мир» мы проходили, я так задушился, я просто сижу, думаю, блядь. Иди нахуй, все, я не могу это терпеть. Я открыл краткое содержание, а там оно вот такое. Я что-то подохренел, то есть потому что до этого какие-то были краткие содержания, а тут я открываю «Войну и мир», и оно вот такое. То есть оно тоже как бы не особенно и краткое. Ну вот, вот здесь уже. У вас не было божественной комедии, у нас было. Нас причем заставляли после расписывать. Все вообще идеально. Начинаем? Да, поехали. И причем мне, знаешь, где это именно понадобились знания по божественной комедии? Ты охуеешь. Чтобы повыебываться перед друзьями, когда мы смотрели фильм по Данте Инферно. Мультфильм, точнее, Данте Инферно. И сидел такой, говорю, бля, ребята, а знаете, что вот это как Данте Алигьери, это именно тот самый круг, это тот самый круг, да-да-да. Туда приходили люди вот такие, да-да-да. Чисто для выебонов ебаных. Причем там с ним ходил этот какой-то тоже персонаж, не помню какой, и он все это объяснял, но я специально стопал, объяснял, чтобы после меня этот чел объяснил, и выглядело все так, как будто я очень умный. Впереди пробка на 3 минуты. Можно пока пивка дернуть? Было. Внимание! Через 500 метров справа... Сейчас. Ага, понимаю. Внимание! Через 500 метров справа я валялся. Это на Курской. Да, это я понимаю. Было. Ты Гомера читал, это база литературы. Я смотрел мультфильмы по нему, где главный герой был зайчиком. Сойдет? Впереди камера на 10. Камера на 10. Можно добавить что-то. А там какие еще есть? Типа на 20. Нет. Ты какого Симпсоны, долбоебы? Гомер — это который Одиссея, алло, блядь, долбоебы, что ли? То есть вы думаете, что есть только Гомер в Симпсонах, нахуй, долбоебы? Вы что, конченые, сука? Вы реально думаете, что есть только один Гомер — это Симпсон? Хотя, кому я вру, блядь? Я когда был маленький, тоже постоянно думал, типа, Гомер Симпсон. Все записали, да? Круто. Ну, если пригласят, я там накидаю вообще. Я понимаю, я думаю, пригласят.
ну... Я думаю. Блять, самое забавное, мы смотрим чистый ролик про плюшки, а у нас диалоги вообще о своем. То есть просто Паша техник где-то на фоне. Мы уже рэп обсудили, что-то там про алкоголизм. Ну ладно, это хотя бы рядышком где-то проходит. Уже книги начали обсуждать. То есть чистый ролик для фона. Тоже. Я сейчас представляю уже комментарии, знаешь, блять, как же заебали эти стримеры нахуй. Открывают ролик и пиздят что-то о своем нахуй. А че вы вините нас нахуй? Может быть вы будете винить нарезчиков, которые, сука, выкладывают такие нарезки, а? Где мы пиздим о другом, а? Это же они пишут, смотрят, а я не смотрю нахуй, я с чатиком пизжу. Если этого не хватит, то еще там что-то дописать. Угу, отлично. Кстати, вы родились в один день с Лунтиком. Представляете? Прикольно. Да, я 1 июля смотрел телевизор. А у тебя, подожди, меня реально нарезчики все это вырезают постоянно? В этот момент он такой, я родился. Че, реально? Ну да. Но мне приятно, что Лунтик родился, но мне нравятся гусеницы. В целом или вот в Лунтике? Нет, они пиздатые гусеницы. Лунтик мне не нравится, он какой-то беспонтовый. Ну да, он такой. Да я вообще мультик хуйня, если честно. Чего ты на Лунтика пизданул? Верните его в рехаб, сука, после этих слов. Объективно. Хуета. Ну да, ну... Чего? Лунтик хуета? Реально ну, до хуета. До 3 лет еще как-то, ну, ребят, ну да я... Вот тебе поэтому сын и показывает хуй с факом, блять, потому что ты на Лунтика пиздишь. Кто не смотрит? Будь я на его месте, тоже бы так выскочил. После работы уставший сижу. Вот мне больше даже нравился вот этот вот, где медведь. Особенность национальной охоты? Не, Маша и медведь. А. Компьютерный. Топ-5 птиц. Дятел. Первое место, или с пятого? А. Игорь Сапов. Первый дрозд. Первое. Дрозд. Второе. Щегол. Щегол. Третье. Дятел. Засчитано. Четвертое, да? Ну, четвертое можно. Тетерев. Тетерев, четвертое. Ну и филин. Ну и филин. Все, топ-5. Вот здесь птиц от вашей техники. А почему они это все? Ну, просто интересно ваше мнение, какие у вас. Ну, первый дрозд. Угу. Первый дрозд. Обязательно. Дрозд я, ну, я люблю дроздов. Филин последний его. Почему-то. Ну, филин, ну, он пускай. Ну, объективно похож. А где Соловей? Да. Кто вам дороже? Я или мама? Мама. Это видео выйдет через 2 дня. А, то есть... А. За это время вы, скорее всего, будете в коме или умрете, поэтому можете на эту камеру какие-то слова прощальные нашим подписчикам сказать? До свидания. Красиво. Я пойду пасу. Как же прикольно быть идиотом, на чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам, хоть все болит, но не пойду к врачу.